Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня новогодний бутерброд. Для этого берем 2 яйца, отвариваем в соленой воде. Берем багет и будем резать. Заливаем немножко масла в сковороду и будем обжаривать наши батоны до золотистой корочки. Ну, у меня немножко подгорел. Дальше берем чеснок и будем натирать наш батон. Беру майонез. У меня 3 желания. И мажем. Дальше беру петрушку и ложу по 1 листочке. Беру шпроты в масле и ставлю по 2 штуки. Вареные яйца буду резать тонким пластом и ложим на бутерброд. Дальше берем помидор и будем делать шапки для Деда Мороза. Внутренность убираю, оставляю только кожуру. Буду делать глаза из майонеза и носик и бороду. Беру черный тмин и буду делать глаза. Вот так у меня получается. Потом поделитесь, как у вас получилось. Может, у вас лучше получится. Больше похоже на Деда Мороза. Но на вкус они обалденные. Приятного всем аппетита. Оставляйте комментарии. С вами был ваш Айгуль Бахтхан. Если данное видео понравилось, подписывайтесь на мой канал.